Видео создано при поддержке музыкального магазина «Динатон» и студии звукозаписи «Аркус Рекордс». Привет, друзья, меня зовут Скрипа, и на этот раз я объясню вам, как играть песню Джастина Бибера и Эда Ширана «Love Yourself». Мне показалась эта песня гитарно интересной, поэтому я решила все-таки сделать на нее разбор. Давайте мы вам продемонстрируем, как играется эта песня. Давайте мы продемонстрируем вам, как же играется эта песня. Хорошо? For all the times that you rained on my parade, and all the claps you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness. You think I'm crying, oh my, oh well, I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Ну что ж, давайте приступим к подробному разбору и начнем с куплета. Играется куплет на двух струнах. Пятая и вторая струна. Басовую струну я играю большим пальцем, а вторую струну играю средним пальцем. То есть вот. Остальные же струны мы приглушаем левой рукой. Зажимаем пятую и вторую струну на седьмом ладу. Играем их одновременно. И делаем с седьмого на девятый лад на второй струне хаммер-он. Затем снова вторую струну на девятом ладу. И приглушаем струны. Делаем такой удар. Приглушенный. Получается. Затем переходим на пятой струне на шестой лад, на второй струне на седьмой лад. Играем то же самое, только без приема хаммер-он. И переходим на пятой струне на четвертый лад и на второй струне на пятый лад. Играем то же самое. И еще один удар. Все вместе. Затем переходим ко второму квадрату. Зажимаем пятую струну на девятом ладу, вторую на десятом. Опять пятую струну на седьмом, а вторую на девятом. Затем пятую струну на шестом и вторую на седьмом. И снова делаем еще один приглушенный удар. Все вместе медленно. И чтобы нам не запутаться, я сыграю полностью два квадрата. Так играется куплет и начинается прекорус. Играется он на трех аккордах. До диез минор. Затем ля. И ми. На третьем квадрате у нас еще добавится квинт аккорд си.
но об этом потом. Зажимаем аккорд до диез минор, играем пятую, четвертую, третью, вторую струну одновременно. Затем четвертую, третью, вторую одновременно. То есть. И делаем приглушенный удар. И резко переходим на аккорд ля. То есть. На аккорде ля мы играем шестую, пятую, четвертую, третью струну одновременно. Затем пятую, четвертую, третью струну. И приглушаем. Получается. Переходим на аккорд ми, играем пятую, четвертую, третью одновременно. Я говорю то одновременно, то одновременно. Как правильно? Мы зажимаем аккорд ми, пятую, четвертую, третью, вторую струну одновременно. Потом четвертую, третью, вторую одновременно. Опять приглушенный удар. И повторяем это два раза. Все вместе получается. Повторяем это два раза. На третьем квадрате у нас появляется квинта аккорд си. Вторая струна у нас открытая. И вот здесь переходим на квинта аккорд си. Играем его таким же боем с пятой струны. И на четвертом квадрате играем аккорд до диез минор. Переходим на аккорд ля, дергаем один раз. Затем бьем два удара вниз. И один раз у нас по открытым получается. То есть открытый удар у нас такой некий переход к следующему аккорду. И зажимаем квинт аккорд си. Делаем пять ударов вниз. Мы не играем шестую струну, поэтому средним пальцем лучше ее заглушить. Теперь давайте при хору сыграем полностью медленно. Припев играется на четырех аккордах. Ми, квинта аккорд си, си диез минор и ля. Аккорд ми играем с пятой по вторую струну одновременно. Делаем приглушенный удар. Затем зажимаем квинт аккорд си. Играем сначала пятую струну, потом четвертую, третью, вторую одновременно. Делаем приглушенный удар. И снова четвертую, третью, вторую струну. Затем зажимаем аккорд си диез минор. Играем так же, но последний удар по четвертой, третьей, второй струне мы не делаем. Переходим на аккорд ля. С пятой по вторую струну одновременно. Затем опять четвертую, третью, вторую. И приглушенный удар. И затем снова четвертую, третью, вторую струну. Все вместе. Второй квадрат играется уже на двух аккордах.
Второй квадрат играется уже на двух аккордах, на аккорде ми и ля. Зажимаем аккорд ми, играем шестую, четвертую, третью, вторую одновременно и делаем приглушенный удар. Переходим на аккорд ля, играем с пятой по вторую струну, затем снова четвертую, третью, вторую и приглушенный удар. Затем переходим на аккорд ми, играем с пятой по вторую струну одновременно и приглушенный удар. И снова приглушенный удар. Давайте полностью медленно. И это зацикливается на протяжении всего припева. На этом все. Я постаралась объяснить достаточно доступно. И если вам это помогло, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и расскажите о нас своим друзьям. С вами была Скрипа. До встречи!